Новость для тех, кто пользуется железнодорожным транспортом. На вокзале Барнаула появился капсульный отель. Вот таких два космических объекта теперь располагаются в зоне повышенной комфортности вокзала. В капсулах есть вот такая камера хранения, где можно оставлять свой багаж и личные вещи. Также она рассчитана для пассажиров взрослых. При необходимости здесь можно разместиться с детьми до 6 лет вдвоем. В капсуле есть вот такие подстаканники и розетки для зарядки телефона. Для каждого пассажира выделяется комплект белья одноразового. Но сейчас мы попробуем оценить удобство капсулы и закрыться. Здесь становится темно и тихо. Существует эта программа по оборудованию вокзалами, такими капсулами существует уже несколько лет. То есть такие капсулы появились ранее, появились в Москве, в Центральной России. Сейчас они стали появляться на вокзалах Сибири и других регионах нашей страны. Ну, в настоящее время, вот в конце прошлой недели, две таких капсулы, соответственно, появилось у нас. И нужно сказать, что они, несмотря на то, что прошло всего несколько дней, они пользуются довольно большим спросом наших пассажиров. Ну, во-первых, потому что это удобно, потому что если брать отель, если ты ожидаешь поезда, тебе надо подождать его несколько часов, то если брать отель, это нужно минимум сутки. Вот. А здесь ты можешь взять, арендовать капсулу от часа там, до 3 часов и спокойно отдохнуть и поспать. В городах Центральной России о капсулах знают уже давно. Для Барнаула пока это новинка, но уже за несколько дней ими воспользовалось больше 10 человек. Добавлю, стоимость 1 часа 180 рублей, 3 часов 350. Алина Пенигина, Илья Алексеев, новости.